Меня зовут Дима, это мой первый энкантер, и я хочу сказать, чуть пораньше не за энкантер, когда мне Таня предлагала, там только заехали в эту церковь, нам Таня предлагала, о, вам нужно поехать на энкантер, и энкантер, я говорю, приведите мне это слово энкантер, я говорю, встреча с Богом, я говорю, ну это же невозможно, он там, мы здесь, так, кто из вас, вот, а потом поехала моя мама, Дина и Оксана, я увидел, что изменения, знаете, было, и потом я, когда она перед этим хотела, мне звонила, вызвонила, хотела, чтобы я поехал, я туда отказался. Знаете, я за это даже благодарен Богу. Но если я туда бы поехал, я бы ничего бы не сказал Зиму. Точно, я бы приехал, как всегда, да я дом. Вот. И я прошло время, прошло месяца, я пока ходил в церковь, изучал. Вот. И когда я приехал в Энкантер, я понял, что то, как ты говорил, Андрюха, что все, что свои знания, все забывать. Я когда-то тоже, я думал, у меня тоже есть библейская школа, я заканчивал. Я даже выходил, раз дошло до того, что я даже раз на кафедру выходил. Знаешь, как после дошло, да, докатился до такого. Просто я после школы, знаете, думал, такой важный. Почему ты докатился? Стихи тоже. И вот я когда тоже высматривал тех людей, от которых Дух Святой касается, и они падают. Я тоже, мне Дух Святой касался, но я не падал. Тоже думаю, что я подходил к Руслану, говорю, что у меня, что я не падаю, все падают, почти поголовно все. А я сижу, плачу, и, знаете, оно по-другому меня касается внутри. Я тоже вылавливал, ходил, но так и не выловлял. А потом в конце я попросил, мне так сказали, Лёхин батя сказал, что подойдите все вместе, когда будете уезжать, чтобы просто за вас все помолилось. И когда было ведение, за ведение молились, я думаю, тоже сейчас отключусь, полностью молиться буду. Я начал молиться, и меня так на секунду вот и упал. Вот. И слава Богу, я очень благодарен, меня Бог крестил Духом Святым. Это очень круто. Я очень сильно хотел, я просил Бога, и я ходил к одному, подошел возле креста, постоял. И вот думаю, все они очень много говорят. Я хотел понять, что они говорят на иных языках. Мне объяснили, ты не поймешь. Это не твой язык, это язык Духа Святого. Вот. Я потом подошел к Вовчику, да? Я забываюсь, твое имя все время. Вовчик, да? Дай Бог. Подошел к нему, не получается. Подошел Лехиному батю, подошел. Все забыл, я все забылся, все имя, Вовчику тоже. Подошел потом к Андрюхе тоже, мы очень долго молились, очень долго. И вот, наконец-то меня Бог прорвал. А, ты в конце был, я забыл, я вас перепутал. Ты в конце был. Я с ним начал молиться, куда мне Бог, то есть Бог мне крестил этим Духом Святым. Вот. И когда я сегодня утром просыпаюсь, я сегодня лег спать, я не мог спать, я еще целую ночь отвлекался. Я просыпаюсь, и что-то не отвлекаюсь, я сам не знаю, от чего я отвлекаюсь. Мне страшно было. Я думал, что я ничего полностью не отрекся. И вот мне сегодня Руслан говорит, утром говорит, ты зачем телевизор включила? Я говорю, да я не включила, он как-то, я утром встал, подождал его, она говорит, надо помолиться. Я целую ночь молился, я всю ночь отрекался, я уже это сам, я уже не знаю, что делать. Вот. А я очень благодарен за то, что вы таким делом занимаетесь. Я очень советую всем, кто не прошел, пройти, потому что это очень важно. И те, кто прошел и потерял свою силу, идите еще раз. И не теряйте, пожалуйста.